Здравствуйте, мои дорогие ребята! Мы продолжаем героическую серию ежедневных видео с ответами на ваши просто прекрасные вопросы. Поэтому я призываю вас, дорогие, если вы еще не написали ваш замечательный вопрос, обязательно делайте это в комментариях под любым из понравившихся вам видео. Мы разбираем каждый и будем отвечать на каждый вопрос вот в таких форматах нарезанных видео, либо же в формате лайв-эфиров. Поэтому, чтобы не пропустить лайв-эфир, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте рядом с ним звоночек, чтобы нотификация, извещения о новых видео и о начатых прямых эфирах приходили к вам моментально. Поехали разбираться с вопросом. Сегодня нам написала Валентина. Просто обалденный вопрос. Звучит он примерно следующим образом. И в нем будет несколько пунктов. Канал, видимо, для мужского пола. Сколько раз прошу более конкретно видео про целлюлит и обвисшую кожу у худых девушек после родов и неправильных диет в 35 лет. Но так, Алексей, вы ничего сказать и не можете. Хотя обещали. Вот-вот. Очень хочется услышать от вас, какой комплекс рабочий и не очень. Долгоожидаемый комплекс, Валентиночка, ждет. Середина лета уже, Алексей, а я все жду. И грустный смайлик. В видео, которое уже есть, кроме как про ПГ и ПП, то есть периодическое голодание и ПП, правильное питание, ничего толком не сказано. 2-3 раза в неделю силовые, ежедневная ходьба 10 тысяч шагов, а то и все 25. ПГ и прочее. Питание приближенное кето, результат есть, но медленный. Интересует, как ускорить процесс. Валентиночка, очень крутой вопрос, многосоставной вопрос. Сейчас мы будем разбираться с каждым из этих пунктов. Поехали по очереди. Канал для мужского пола, видимо. Валентиночка, дорогая, вот как раз наоборот. Вы знаете, по статистике мы работаем для аудитории женской на 52%. Вы представляете, а 48% это мальчики. Поэтому у нас полное равноправие полов. По поводу восстановления и программ рабочих для девчонок после родов, вы знаете, моя супруга уже двоих красавчиков родила на этот свет. И восстановительные процессы для меня после родов — это очень близкая и изученная тема. Поэтому, Валентиночка, сейчас буду с вами делиться всеми моментами. Далее, очень хочется услышать, какой комплекс рабочий и не очень. И тут Валентиночка начинает перечислять, что я рекомендую ПГ, ПП, тренировки 2-3 раза в неделю, 10 тысяч шагов, а то и 25 тысяч шагов. И Валентиночка хочет услышать более быстрый способ работы, восстановления организма, чтобы кожа подтягивалась, чтобы растяжек не было, чтобы не обвисала, чтобы просто раз и вся красота наружу появилась. Дорогая Валентиночка, ну вы извините меня, что я вас постоянно отправляю на историю с ПГПП 10 тысяч шагов и 2-3 тренировки и питание с околокетозной орбитой, если у нас выражена инсулинорезистентность. Что такое инсулинорезистентность здесь? В лучшем случае это питание по принципу палео. Также смотрите видео здесь, потому что я практикую палео, и моя супруга практикует палео. И мы стараемся придерживаться именно адекватных убеждений в приеме всех калорий. Мы кушаем по принципу, то, что полуфабрикат, это гадость. То, что последние 100-150 лет было изобретено нашей коммерческой пищевой индустрии, это мы стараемся полностью исключить из нашей диеты. Валентиночка, нет! Валентиночка, нет супер рабочей, супер тайной методики, которую я от вас скрываю, и вы ждете это видео. Я в этих видео рассказываю и говорю каждый практически день о том, что это, мать его, труд. Каждый месяц, каждый год, каждый день и каждую минуту вашей жизни. Это труд тяжелый, который только накопительно дает эффект. Я безумно извиняюсь за то, что я не могу поделиться с вами супер тайным секретом, как быстро достичь результата. Есть запрещенные препараты, допинг, которые творят чудеса при соблюдении того же графика. И вы ускорите доход до идеальной формы. Но затем последует откат, и вам это не нужно, поэтому я не рекомендую. Существуют операбельные вмешательства. Могут отрезать кожу там, могут отрезать кожу здесь, могут потянуть там, вставить имплантанты здесь. Но опять же, я не рекомендую прибегать к помощи хирургического скальпеля. То, чем я с вами делюсь, это рабочие схемы на накопленные годами, и эти схемы требуют лет для того, чтобы они могли работать. Поверьте мне, восстановление после родов проходит достаточно быстро, но
Восстановление и строительство своего тела – это приключение длиною в жизнь. Если у вас складки внизу живота, они там будут, потому что годами накопленное сало, годами откладывающийся жир из-за неправильных диет, естественно, не уходит за полгода. Восстановление после родов, оно быстро, но все равно растяжки будут. Я рекомендую ходить 10 тысяч шагов, я рекомендую 2-3 раза в неделю заниматься, я рекомендую кушать по принципу ПГ и палео, находиться в небольшом дефиците и фигачить, как проклятым, не просто так, потому что это ежедневный труд, который в накопительном эффекте дает результат. Я не могу вам сказать, вот это тайна, вот по секрету я вам скажу, делайте вот это, и все магическим способом изменится, и вы превратитесь в идеально красивую принцессу. Нет такого секрета. Даже при использовании допинга это тяжелый труд годами. Нет тайны. Простите, то, чем я делюсь с вами каждый день, это и есть правда. Вы ждете от меня видео с какой-то развернутой информацией, я буду делать и продолжать делиться с вами разными методиками работы. Но приготовьтесь пахать и трудиться каждый день, годы вперед. Это не имеет значения, вы восстанавливаетесь после родов, не имеет значения, вы восстанавливаетесь после диабетных состояний, это не имеет значения, вы опускаетесь по весу вниз и стараетесь выглядеть так, как вам бы хотелось выглядеть и чувствовать себя. Это не имеет значения, вам за 60 и вы хотите повысить свою мобильность. Все упражнения, все приемы пищи, все мероприятия, которыми я с вами делюсь, требуют лет, требуют работы, требуют приключения, от которого вы получаете удовольствие. И это в первую очередь то, на что я вас готовлю. Кайфуйте от работы над собой, не ищите короткого пути. Вы уже знаете все на самом деле тайны. Ходить 10 тысяч шагов – это база, которая заставит ваш организм перейти в режим анаболизма. Это факт, ничего другого я не могу добавить. 25 тысяч в день, если вы будете делать, это будет прекрасно, это будет еще больше способствовать хорошему и качественному расходу калорий в вашем организме, обновление организма, возврат вашего метаболизма в норму. Опять же, о метаболизме видео здесь очень насыщенное. Тренировки 2-3 раза в неделю, ну нет больше никакой тайны, кроме сложная многосуставная тренировка в стиле классического бодибилдинга. Одна тренировка в комплексе в стиле высокоинтенсивного интервального тренинга и одна тренировка в комплексе в стиле чистого кардио, бег, плавание, хождение пешком, велосипед, неважно. В вашем комплексе строительном, в вашем комплексе тренировочном эти тренировки разбиваются по циклу, и все, здесь нет никакой тайны. Вы понимаете, нет секрета, только тяжелая работа, кровью и потом, жесткой дисциплиной, адекватным питанием, которое я каждый день практически освещаю. Говорю, какие продукты да, какие продукты нет. Но, к сожалению, нет какого-то чуда запретного плода, продукта или какого-то суперанаболичного яблока, которое вы съедаете, и вы сразу становитесь в 2 раза сильнее и теряете 5 килограмм жира. Нет, этого нет. Есть только вы, ваш труд, ваша дисциплина и ваше тело. У вас нет другого. Я хочу, чтобы каждый человек, который смотрит это видео, любил свой организм, любил свое тело и говорил себе, что у меня нет другого. Вы не говорите, стоя перед зеркалом, о боже, мне не нравится этот вид. Вы знаете, что есть места, на которые нужно обратить внимание, есть места, которые требуют доработки. Ваше главное настроение в голове. Нет короткого пути. Есть только длинный путь работы, дисциплины и работы. Благодарю вас за ваш вопрос. Я надеюсь, что вы продолжите трудиться и двигаться только вперед. Ваш комментарий по поводу того, что медленно работает, вот это и есть ваш отклик. Так и должно быть. Должно работать медленно. Должно работать в первую очередь. И когда вы видите инкрементальные изменения, а они закрепленные в годах, имеют накопительный эффект, и вы просто себя не узнаете через год, два, три, четыре. Главное, это никогда не бросать стараться и работать. Спасибо вам огромное. Друзья мои, как всегда, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и не забывайте писать ваши вопросы под этим видео. Ну и, конечно, в конце я призываю вас, друзья мои, обязательно записывайтесь в мой ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон под моим видением? Ссылка будет здесь. Обязательно посмотрите это видео. В описании под этим видео вы найдете, как отправить заявку для участия в ПГ-марафоне. А я тем временем буду с вами прощаться, но ненадолго, ребята, уже до завтра. А завтра у нас снова супер важная тема, которую мы осветим в режиме либо лайва, либо такого нарезанного видео. А мы тем временем двигаемся только вперед!